очень сезон, скажем так, тяжелый получился. Почему? Потому что, честно, я со своей стороны где-то недооценил первую лигу, где-то у меня опыта не было. И, ну, думал, смотря на предсезонку, да, как у нас все хорошо слаживалось и как мы на одной ноге обыгрывали своих соперников, думал, что, ну, будет проще сезон. Но начали с минус 5, плюс на старте растеряли все, и, конечно, очень тяжело пошло все, как бы, получилась такая ситуация, что нельзя оступаться, каждая игра, нужно просто выигрывать, брать свои 3 очка и ждать уже следующую игру. Было много моментов, да, у нас на пути в течение сезона, где-то там коронавирус тот же, который все знают, да, там выбивал нас колеи, там еще там какие-то моменты, так Бог, скажем так, нам помог, посопутствовал удаче, что заняли тоже 2-е место, которое дает право выйти в высшую лигу. Сплочение коллектива какое-то произошло, да, где-то мы поняли, что нужно откинуть все в сторону и не лишиться того, что ради чего мы пришли в начале сезона, а это выйти в высшую лигу. Где-то мы поговорили с ребятами, тренерский штаб, все вместе объединились и просто поняли, что нужно добывать победы любым путем и выходить в высшую лигу. Так что, да, серия удачная, слава Богу, что так сложилось. И, судя по последней игре, еще очень такая была эмоциональная. 2 игры последние, ну, по травме пропустил, но эмоций было, я не знаю, на год вперед, грубо говоря. Тут и побыл и тренером, и футболистом, и во всех ролях, да, и мячи подавал. Я со своей стороны сильно верил в команду до последнего, что все будет благополучно. И даже когда поставили тот же пенальти, такое, ну, опустошение было, да, внутри, что вот пенальти, вроде кажется, что все, конец. Но такая мысль в голове проскользнула, что все-таки, блин, мы заслуживаем этого, и что Олег вот отобьет. Вот так и получилось, как бы, и когда он это сделал, просто переполняла гордость за Олега, за команду, и я очень доволен, и слава Богу, что так. Ну, конечно, каждый матч принципиален, да, и когда ты был в этой команде, где-то частичка остается от тебя, да, и ты переживаешь за нее. И когда выходишь против этой команды играть, настраиваешься немножко по-особому, да, там, понимаешь, что, ну, хочется обыграть эту команду, хочется там хорошо себя показать, потому что, ну, все-таки на тебя будет смотреть, ты знаешь. Переживаю за них, как бы, и желаю им удачи в стыковых матчах. Хочу, чтобы они, конечно, вышли в высшую лигу. А насчет там 11 передач там или еще чего, ну, это вся команда работала, как бы, и тут я вообще это не ставлю там во главе там или еще чего-то. Самое главное, что мы вот команда и добились, вышли в высшую лигу, все хорошо. При одном тренере ты так играешь, при другом так, и все знают Биончика футбол, тот, что все через пас играем, да, строим свою игру. И поэтому, ну, и я, скажем так, чувствую себя комфортно при нем и при его стиле, и поэтому, может быть, где-то это я и связываю, что вот так где-то он меня раскрывает с этой точки, что все-таки, да, я вот в этом сезоне получилось столько ассистов отдать. Традиция пошла, наверное, от Сергеевича у нас, что мы вот становимся после игры в круг, и после плохих матчей, после хороших, это нас объединяет, да, дает нам импульсы, да. Ну, собираемся, тренер говорит, там, по игре, или там, слова поддержки, или еще что-то, да, и, ну, также и в Гомеле у нас было, но после прихода, скажем так, Терентия Луцевича, может быть, немножко изменилось в этом плане. И у нас такая отдельная, скажем, аура своя появилась. Терентий добавил таких эмоций чисто футбольных, которых порой не хватает. И вот он стал вот этим дополнением, скажем так, который додал этих эмоций своим вот этим настроем, своим криком. Один из матчей, который бы я выделил для себя, это «Спутник», наверное, во 2-м круге. После того, как мы проиграли Крумкачам в соревновании с Арсеналом, как-то очень стало тяжело, и смотря, ну, в турнирную таблицу, ты понимаешь, что
мы пока не на том месте находимся. Ну, пошло что-то не так, и мы поговорили внутри команды, да, между собой, и вот на спутник мы вышли и выиграли. Переломный стал момент где-то с точки футбольной, да, тяжелая игра, 1-0, спутник — хорошая команда, то, что они показали. Вот, выделил бы этот матч, вот, как отправная точка.